Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Девятый день и 275 сладких яиц мы забираем. Окей. Так, что я хотел посмотреть? Я хотел посмотреть, продолжается ли у нас событие. Да, друзья мои, 8 часов у нас остается, то есть я вовремя успел зайти. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. О, еще один топорик. Еще один топорик. То есть, блин, ну как бы и хорошо, и в то же время плохо, ребят. Потому что, ну, топоров нам нужно очень много, а он нам всего лишь по одному приносит. Что у нас здесь? О, 20 рун. Спасибо большое. Так, ну что, давай, наверное, займемся нашими драконами. Так, что у нас тут? 313 нужно для прокачки? Нет уж. Пускай идет. 37 притащил мне железо. Так, дальше пускай идет, добывает. Ты вперед за древесиной. Ты, наверное, тоже за древесиной лети. И ты, скорее всего, тоже за древесиной. Ну что, посмотрим, что нам принесет сарделька. Тусклый янтарь. О, нет. Яйцо, надо же. Давай, окружение, лети бесплатно. А барсик нам добывает. Давай топорик. Нет, руны. Кстати, ну здесь неплохой вариант у нас. Давай железо мне. Эх, а тут 300 железа, ребята, было. 12 рун. 12 рун. Ну что, отправляем тогда его дальше в путешествие. Кривоклык. Что? Угу. Ну, скорее всего, выпадут, естественно, янтари. Тусклые, да? Да. 84 штуки. Ну что, давай тогда его тоже отправим, наверное, дальше в путешествие. Пускай летает. Драмгильда. Что ты нам тут подкинешь? Шестеренки. А на рулетке нам выпадет... Шестеренки. Отлично. А шестеренки нам тоже нужны, ребята, очень много. Так что, в принципе, это лучше, чем получить тусклый янтарь, уж поверь мне. Здесь мы отказываемся. И здесь вот я возьму, наверное, мясо. Так, Беззубик, тебя надо отправлять, ну, однозначно куда-то. Сейчас посмотрим, где у нас там. Так, топоров, ё-моё, еще там сколько нужно. Может, в Угрюмое море? Пускай летит в Угрюмое море. Пускай там собирает. Так, Громль. За древесиной мы, наверное, его отправим. Так, здесь у нас что? Прокачка уровня, да? Получилось. Получилось, поэтому мы отправляем мы его за древесиной. Этого тоже за древесиной. Тут за рыбой пускай летит. А этот тоже за рыбой. Ну-ка, ты у меня как? Прокачиваться будешь? Чуть-чуть, ребята, буквально не хватило, а, чтобы получить ему титана. Ладно, пускай летит дальше, тренируется. 153 миллиона рыбы. Блин, надо его прокачивать, наверное. Он будет нам приносить плюс еще 300 тысяч. Слушай, ну это неплохо. Есть резон его прокачивать, но, как ты видишь, опять же, нехватка ресурсов. Причем огромная нехватка. Так, за рыбой отправим. Здесь у нас... Ну, пускай тоже за рыбой летит. Да, за рыбой. Так, ну а ты у нас пойдешь... Прокачать бы его, конечно, не помешал бы. Он будет нам приносить 60, но 144 железа. Фиг ты просто так получишь. А так было бы прикольно. Так, давай за древесиной тоже лети. Вроде по драконам как все. Хотя подожди-ка. Так, этот у нас что, уровень получил? Ага. Он за рыбу у нас тоже, ребята, приносит теперь железо. 60. 143, секунду. Подожди, подожди, подожди. Где у нас этот, которого я только что отправлял? Угу, вернись. Твою налево, нам не хватает одного железа, ребята, чтобы отправить его на прокачку.
Так, секунду, одного железа, да, говоришь, не хватает. У нас есть волшебный пак. Твою налево тут, во. Может быть, здесь выпадет. Может быть, друзья. Мы получили с собой железо, значит, мы его отправляем. Все, теперь он, друзья мои, после обучения будет приносить нам 60 железа. Это круто. Это самое большее количество, по-моему, которое может нам принести из наших драконов. Так, гнилец тоже пошел в титана переделываться. Обучить. Ладно, пускай обучается. А ты чего у меня сидишь? Понятно. Пока не хватает для тебя ресурсов. Так, где у нас тут модификрылка? За рыбой. Ну что, ты будешь прокачиваться в титана или нет? Конечно, не будет. Нашел дурачка, да? Даже не хватает здесь, ё-моё. Естественно, тусклый интерьер, друзья мои. Зачем мне давать железо 100 штук, когда можно дать фуфляндию какую-то? Ну что ты стоишь тут? Иди, говорю, на поиски. И ты тоже давай мне свои грибы. И тоже иди на поиски. Сезонный абонемент. Давай заберем награды. По идее, мы сейчас... Ага, все у нас получится. Мы получим с тобой награду одну. Вот она, пошла. И что у нас там разыгрывалось? 250 сладких яиц. 3300. Ну, подожди, на сезонный рынок зайдем. 3300. Я не успею, ребята, за 14 дней иглоспина получить. Ну, это, мне кажется, нереально. Здесь заберем пак. Престиголов, громобой, вострозуб. Последний на открытие ставим. Я же вроде бы тебя отправлял обучаться, ты чё? Рыкошмык. Не захотел, что ли, идти? Угу. Заберем тогда пак сразу же. Бесплатный плюс рекламный. Потому что нам монетки пригодятся рано или поздно. Для тех же самых ресурсов или еще куда-нибудь. Так что пока открываем. Монеты Одина. Ну и тут крылатый ужас, кревет, громобой, защитник. Ну здесь все. Так, у меня на острове же еще один, да? Вот он. Которого надо прокачивать, пускай идет, тренируется. Ну что, по драконам вроде бы все. Распределили, всех отправили куда только можно. Теперь надо допройти нам события. Драконий корень, устранение. Нам осталось как раз вот 5 поединков, 250 рун здесь, плюс 2 неплохих довольно-таки пака будет разыгрываться. По-моему, мне кто-то писал, что здесь будет лютый босс. Посмотрим, насколько он будет здесь лютый. У нас с тобой 12, ребята, 12 прилив сил. Я считаю, что это круто. Плюс 4 груши. Должны справиться по любасику. Кровь из носу, да? Здесь давай, наверное, костолома будем брать на разбор. С этим разберемся попозже чуть-чуть. Так. А что ты там собрался делать? Кусанул чуть-чуть. На тебе. Так, хиляемся. Потому что у барсика очень мало здоровья. Вот жук что творит. Понижает нам броню. Но мы ее восстановим. Восстановим себе здоровье. И последняя, третья битва. Я немножко удивлен, что здесь по два противника. Не три, как обычно, а по два. Причем все три волны. А на первой волне вообще даже один был. Блин, не смог уничтожить, да? Кривоклык. Ладно, ему простительно. Надо валить вот этого. Готов. Понижение брони. Кусаем.
Барсик с пониженной атакой. Ну, в принципе, и все, победа. Теперь желательно, чтобы нам вот здесь вот выпадали ресурсы. Ну, вот, например, как сейчас. Я очень рад, кстати, это у нас 655 миллионов рыбы. Я могу спокойненько сейчас отправить кого-то еще на поиски железа с полтычка. Так, ну что, мы пак с тобой получили и переходим на мини-босса. Тут у нас два поединка впереди, после него мы уже получим пак. Что у нас тут за мини-босс? Ага, парящий прихвостень плюс шепот. Два фиолетовых, блин, фиолетовые мы будем очень долго разбирать, ну как долго? Не дольше, чем стражей, но все-таки. Просто я боюсь, сейчас прихвостень наберет себе 3 энергии. Ага, все, отлично. Этого мы уничтожили. Че, хиляемся или как? Наверное, не будем пока. Пока еще терпимо, да? Вот после этого надо будет уже хиляться. Так, громобой, страж. Ну, я, наверное, начну с вот этого. С капкана. Что я сделал? Я хотел вообще-то хильнуться на самом-то деле. Что ты там затеял? Ладно. Так, теперь лечим и уничтожаем. Так, громобой сейчас что-то сделает. Какую-то пакость. Угу, на барсика все-таки решил он напасть. Залечимся. Мне кажется, громобой боссом будет, наверное, какой-нибудь страж. Почему-то кажется. Понижаем броню. Ну и пошли дальше. Оп. А еще успевает сделать ход. Вот так вот. Ну и смотрим, кто у нас там. А, тут два. Начну, пожалуй-ка, вот с этого, с дальнего. Хлоп. Ну что ты там ерзаешь? Это сейчас будет понижать броню нам. Это же дымодышащий. А, нет, он не броню, он понижает нам атаку. Ну, я тебе скажу авансом, что мы уже этот поединок прошли. Даже если он тут будет выкаблучиваться, сейчас мы на него повесим слепоту. И все, и этот парень ничего же нам не сделает. Абсолютно. Единственное, что нам придется потерпеть, конечно, от него атаку. А вот именно такую. Ну да ничего страшного. Все, вешаем на него слепоту и дальше начинаем его разбирать. Ну как мы обычно это и делаем. Вот и Барсик уже проснулся, тоже делает свои две атаки. Кусаем. Он опять же промахивается и, скорее всего, шторморец его добьет сейчас. Отлично. В надежде получить ресурсы и получаем древесину. Замечательно. Ну что, двигаемся дальше. Дальше у нас обычный поединок, после которого мы забираем пак. И два поединка там останется. Там уже мини-босс и босс. Пока идем с тобой ровно. Так, шепот смерти плюс кревет. Наверное, начну с кревета. У этого шепота, по-моему, не очень сильная атака массовая. А вот кревет, конечно, это жесть. Окей. Ну давай так сделаем. Плюс укус. У всех пониженная атака, прикинь, стоит. О, здесь уже их трое. Начнем с синего. Начнем с синего, да? Ты отвянь, пожалуйста. Сейчас они вдвоем сходят. Потом Барсик добьет кревета, скорее всего, будет так. Если атаку не понизит. Хорошо. Теперь опять захиливаемся. Но здесь нам надо, наверное, вот этого все-таки добивать. По всем канонам. Есть.
Так, ну что, здесь укус. Я, наверное, не успею хильнуться. Хотя, подожди, почему не успею? Должен успеть. Да, мы еще и залечимся. Как раз перед мини-боссом. Мини-босс у нас... Подожди, какой мини-босс? Тут же просто у нас поединок. Мини-босс в следующем раунде. Тьфу ты, а я тут что-то паникую. Ладно, поехали. По идее, надо было вот этого, наверное, в первую очередь все-таки бомбашить. Он же усиливается, да? Так, ну Барсик уничтожит. С пониженной броней должен его бомбануть. Блин, криво костолом усилился. Ладно, все равно буду бомбить этого. Поехали. Ну, костолом просто ударит. Ох, ё, нифига себе, просто ударит. Е. Ну что, костолом, вот и остался у нас один. Ну, правда, если он сделает разбег с усиленной атакой, то это, конечно, будет плохо. Хиляемся. Все. И опять выпадает нам древесина. Ну и отлично. Лучше пускай ресурсы выпадают. Забираем пак. На почту. Ну что, ребята, мини-босс. Давай смотреть. Сколько волн? Надеюсь, две волны, а не три. Нет, три волны. И по три персонажа. Ё-просоте. Что-то я не совсем рад. Блин. Слушай, они сейчас жестко нас будут бомбить. Если ты хочешь знать мое мнение. Будут сейчас бомбашить нас тут не по-детски. Так, раз. О, они сейчас втроем сходят. По-моему, кого-то сейчас ушатают. Этот бомбанет сюда. Слушай, нам повезло крупно. Нам повезло с тобой. Просто по крупничку. Давай все-таки сюда, наверное, сделаем. Эх, сейчас супер удар сделает. Смотри-ка, не стал. Зато этот, да? Ух-ху-ху-ху. Как он припечатал-то мощно. Просто мощнецкий припечатал. И он сейчас еще повторит, да? Он же ведь повторит. Эх, ребята, я не знаю, что это за лютость такая тут происходит. Это только первая волна, вы серьезно? Прикинь, это первая волна только была, блин. Так, ну здесь хотя бы зелень. Единственное, что нас спасает, это зелень. Не очень сильны по атаке, но... Разборки они тоже очень плохо поддаются. Громорогу достанется. Так, смотрим. Сейчас они втроем ходят. Нифига себе. Ага. Ну а ты куда? Так, по фиолетам, я смотрю, они не очень такой сильный урон наносят. Так, ты сможешь добить? Давай вот этого. Это будет сейчас разбег делать. Неизбежно. Ну, хорошо, что Барсик довольно крепкий все-таки. Именно вот против этих он стоит довольно неплохо. Твою налево, чуть-чуть не хватило нам его добить. А ведь еще босс впереди. Блин, Барсика как-то надо вылечить. Слушай, сейчас будет, по-моему... Сейчас чувак пойдет на таран. Сейчас кого-то будет бомбить. Мне кажется, штормореза. Даже так. Ох ты какой. Блин, прикинь, сколько мы потратили с тобой всего. Ну,
Ну что, последний босс, это у нас, ё-моё, 18-20 уровень. Серьезно? Оу, щит. Разве они втроем потом будут ходить? Блин, 20 уровни. Жестко это, конечно, сейчас будет. И водорез тут, да, еще? Сподтишка. Правильно, знает, куда бить. По пониженной броне, естественно. Куда же еще ему бомбить? Твою налево. Они специально, что ли, так делают? Я не пойму. Всем понижает броню. Так, хотя бы минус один. Я других вариантов просто не вижу. Все к барсику достается. А этот в кривокруто, да? Нет, смотри, тоже в барсик начал бомбить. Так. Слушай, а возможно мы пройдем. Но это опять же повторяю, это, ребята, мини-босс. Босс еще впереди. Ну, здесь победа. Крутанем колесо. Заберем с тобой, видимо, рыбу. Так, а вот у нас и последний поединок. Ну что, давай глянем, кто у нас тут. А, тут две волны. Ну, начинается, извини меня, с мини-боссов. Ой-ой-ой-ой-ой. Наверное, пристиголову все-таки нужно в первую очередь бомбашить. Ну, видишь, что творит. Так, я думаю, ему крышка будет. Ать! Ну как же так? Так, ты шторморез, ты держись у меня. Не падай, смотри. Промахнулся. Фух. Так, минус. А вот здесь я вот не знаю, ребята. Либо бомбить. Что-то сейчас будет. Что-то вот будет такое. Ладно, мы сейчас сделаем кое-что, знаешь. Громобой. Зеленый против фиолов, да? А давай вот так вот я сделаю. Просто хочу посмотреть, что он сейчас чуданет. Окей. А ты? Просто укусил. Понижаем здесь броню тогда. И по итогу. По итогу минус барсик. Чего? Мы так не договаривались, ребята. Какие хилы еще могут быть здесь, а? На тебе, сделал он себе еще увеличение брони там. Посмотри на него. Промахнулся. На, мы еще и понизили ему броню. Ну вот и все, в принципе. Жалко, конечно, что барсик погиб. Оу, какой все, ёпрсте. Это же была только первая волна, вот она вторая. Трындец, ребята. Я что-то думал, что мы... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, а тут еще и пониженная атака. Так, фиол и синька, да? Ну давай вот так вот я сделаю. Конечно, будет, ребята, тяжело сейчас тут. Давай, помогай мне. Хорошо. Начнем, значит, его разбирать. Может быть, нам... Да, мы, наверное, просто вот так укусим. Замечательно. Блин, как быть-то? Придется так вот сделать. Это перестраховка, друзья.
Хиляемся. Так, ну что, берем его в слепоту. Посмотри, какая у нас... А, у нас пониженная атака. Фига он там бомбашит. Давай-ка я вот так все-таки сделаю. От греха подальше. Слушай, какой-то жесткий типок. Понижаем ему броню. Видишь, как бомбашит. Просто лютует. Вот так, наверное, сделать надо. Допустим. Раз. Два. На следующий ход ему, в принципе, крышка. Все, ребята. Событие пройдено. Ну что, крутим колесо. Забираем древесину. Ну и, соответственно, 250 рун. Неплохое такое подспорье, на самом деле. Используйте плод мудрости хотя бы один раз за бой. Фига себе, 200. Что нам там дадут? Фига себе, нам дают. Содержит элитных. Шторморез. Так, Пресеглов, Громорог, Отпрыск, Острозуб, Кривоклык. И еще 250 сладких яиц. Окей. То есть мы можем с тобой продвигаться, даже покупая за руны. Но зачем это делать? Подожди, и тут еще у нас. Вот так вот. Ну что, открываем наборы. Серия испытаний. 8 железа. Так, рыба, древесина, заколка. И острокрылый змеевик, которого мы с тобой отпускаем на волю. Отпустить, потому что у нас он есть уже. Кстати, у нас рыбы много. Кого же я хотел отправить? Ну-ка, вернись. 60. Лети. А теперь нам нужно кого-то отправить за древесину работать. Так, шепот смерти на прокачке. Вот. Блин, ну тут 10. Наверное, вот этого отправим. Хотя, подожди-ка. Громобой я уже отправил. Этот за рыбу пляшет. Этот тоже за рыбу. Ну да, придется тебя отправлять. Лети. Все, он полетел, но обещал вернуться. Дальше. Сокровище Плеваки. Ну, такой пак себе, да, был. Забираем рыбу, забираем здесь древесину. И, в принципе, все. Так, у нас обмен произошел. Один блестящий янтарь. Так, еще два заказали. Ну что, наверное, надо набить, я так понимаю, нам паки. Две штуки. Давай-ка быстренько пройдем. Заодно еще и получим с тобой супер пак. Ну, поехали. Громорог. Ну, начну с громорога, потому что он синий. Он разбирается довольно легко нашими ребятами. А именно барсиком плюс шторморезом. Твою налево. Как ты так бомбишь-то мощно? Ты такой же фиолетовый, как и я. Ну, такой урон на ноль. Блин, этот еще подключился тут. Еще и усиленную атаку влепил себе. Барсик, по-моему, крышка. Нет, барсик выжил. Барсик у нас молодец. А этот все... Ну, этот под халим подобьет. Слушай, я думаю, что мы, наверное, все-таки здесь успеем. А, мы его уже уничтожили. Ох, сейчас он сделает супер удар. Да. Ну,
Ну, слушай, ладно, еще терпимо. К тому же мы его в любом случае уничтожаем. Ну что, очередной поединок. Здесь ветрокрыл появляется, чтоб его... Лаврыга можно, в принципе, пока не трогать. Вот ветрокрыл, да. За ним нужно контролировать. Как только будет полностью энергия накоплена, надо на него вешать будет обязательно слепоту. Обязательно. Иначе я знаю, что он тут будет чудить. Давай, сделай суперудар. Пожалуйста. Е-е-е, красота. Опа. А мы будем бомбить им его пока. С понижением брони. Все как полагается. Это пока там спит ханурик. Ать. Разбудил свою жену. В принципе, ребят, ничего страшного. Мы его в любом случае уничтожим. А лаварык нам ничего особенного здесь и не сделает. Ну, там побухтит маленько, да и все. Давай понижение брони сделаем. А то он, смотрю, себе повышение сделал. Вот и все. Надеюсь, это последний поединок. Так, громорог. Ну, в принципе, и с него и начнем тогда. Тут опять ветрокрыл, надо опять его контролировать. Блин, головная боль, а? Нет, я не спорю. Если бы, друзья, у нас был бы тоже ветрокрыл хотя бы 18 уровня, я бы обязательно бы... взял его в команду. Че он, блин, он всем еще и атаку повысил. Этот-то ладно, а вот этот бомбит. Если он сейчас фаербол запульнет, о, как это будет больно. А он запульнет его. Че нам тут, блин, подожди. Ну, нет, мы, наверное, сделаем вот так все-таки. И вот так. Мне кажется, он сейчас будет делать суперудар. Зашибись. Просто уничтожил. Так, ну а нам теперь главное не оплошать. Надеюсь, мы успеем его бомбануть. Окей. Да, все, ему крышка. Изи. Ну что, ребята, нам досталось, как обычно, два простых пака. Ну и пак вождя. Костолом, древоруб, ужасный чудовище, громль, водорез и беззубик. Вау, ветрокрыл чемпион. 12 разряд, если бы он был бы 17 разряда, я бы, конечно, с удовольствием бы взял бы его в свои ряды. Просто раньше он у нас и был, в принципе, пока мы его не поменяли на штормореза. Ну что, вроде бы все, друзья мои, пока. Очень много еще работы, нам нужно с тобой очень много накопить ресурсов именно на... дракона, именно легендарного. Как ты видишь, тут копий еще нужно, топоров дофига. Остальное, в принципе, у нас все найдено. Жалко, что я больше никого не могу отправить в путешествие. Понимаешь? У нас летает только беззубик. Вот мне это обидно. Я не знаю, ребята, если мы с вами вот откроем. Кто-то спрашивал, куда Рэй копит 9000 рун. Ребята, я коплю вот сюда. Вот сюда мне нужно 9000 рун, чтобы приобрести вот этого вот дракона. Это роза ветров. Она покупается только за руны. После того, как я приобрету этого дракона, у меня будет дом построен, будет у меня, как говорится, наездник. Надеюсь, всем все теперь ясно. Ну что, ребята, а на этом я закругляюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков.